Самому старому городскому кладбищу Ульяновска почти 150 лет. Историческое место хранит прах многих известных людей. Огромная территория требует постоянного ухода. К проблемам по благоустройству некрополя не остаются равнодушными студенческие и молодежные трудовые отряды. Ребята приводят в порядок территорию кладбища. Они уже проделали большую работу по благоустройству и приведению в надлежащий вид заброшенных захоронений. Убирали мусор, пололи траву, поправляли ограды и памятные знаки. На самом деле это комплексная акция. Она направлена как и на патриотическое воспитание молодежи, так и экологическое преображение окружающей среды. Здесь на самом деле все очень нравится. Мы с ребятами пришли сюда по зову сердца, потому что считаем своим долгом не оставлять такие места своим вниманием. Однако на этом работы не заканчиваются. По словам командира отряда Дениса Данилина, для того, чтобы привести в порядок всю территорию, потребуется лет 5. Предстоит сделать очень многое, потому что здесь очень большая история. Здесь захоронены ветераны двух и даже трех войн. Великая Отечественная война, это значит русско-японская, Первая мировая. Необходимо продолжить работы по сносу аварийно опасных деревьев внутри кварталов и распилу повальных деревьев, которые в некоторых местах вросли в ограды. Для этого требуется проход техники и транспортных средств. Возникла острая необходимость демонтажа аварийных оград. Это невозможно сделать без согласования с родственниками и ответственными лицами за участком захоронений. Мы 5-й квартал сейчас взяли. 5-й квартал. Все уже приглядный вид. Мы с родственниками начали работать. Мы обращаемся к родственникам. Здесь их по радио, по телевидению уже и по средствам массовой информации везде объявления подавали. Родственники приходят, особенно 5-й квартал. Мы берем заявление от них. То есть они согласие дают. С участниками трудового отряда встретился губернатор Сергей Морозов. Глава региона лично поблагодарил ребят за выполненную работу и запланировал с ними встречу на конец октября для более подробного обсуждения вопросов. Эльвира Зямалова, Руслан Батталов, новости Ульяновской правды.